Всем привет, гости дорогие! Кто зашел ко мне посмотреть? Я зашла в магазин сегодня. Купила мандарин, кириешки, корм кошки, огурчик, помидорчик. Это я салатик хочу такой сейчас замутить, прям вкусненький. И фруктовый хочу салат сделать, и такой овощной. Кока-кола, это что, киви, йогурты. Такие сделала два разных. Мороженое. Вот такое выбрала. В аптеку зашла, антибиотик взяла именно в один. И в магните у меня сумма ушла 1031 рубль. В аптеке у меня что-то 200-300 рублей. И корм кошки 230. Это покупочка у нас в 2022 году. Добываем сайт пальчики вверху. А мы пошли готовить. Да, первая покупка. Наша покупка на сегодня. Такой вот аут взяла. Прокладочки мне, сметанку взяла в магните 25%. Буду готовить борщ в этом году первый раз. И томатную пасту, помидорка. Только не знаю, где у меня чек от магнита, чтобы мне посмотреть, сколько она стоит все-таки эта паста. А, помидорка. 119, а то я ценник не нашла. И домик в деревне, сметана 84, я тоже ценник не нашла. Я так, короче, схватила и побежала. Короче, сумма 204 рубля. Потом в фармакопейке я взяла лекарства. Вот по чеку 623 рубля. Это вот мужу прописали, что пить. Ну и парфюм Лидер где-то тоже чек потеряла. В парфюме взяла такие лезвия на станок. Сейчас проверю, подойдет или нет. Так что наши покупочки на сегодня. А я буду готовить завтра борщ. Пам-пам. Наши покупки на сегодня. Что-то такое хлеб другой взяли. Не было никакого в магазине. Сосиски. Сухарики какие-то, чипсы, лук, кока-кола, еще и дрожжи. Только дрожжи забыли в магазине, Степка сейчас принесет. Я сейчас буду жарить пирожочки. Ту-ду-ду-ду.